Наши гуси и утки начали нестись. Утки нас чистили. Ну, некоторые. А некоторые утки такие грязнули. Для этого их нужно обработать перекисью водорода 1%, нежно-нежно протирая. Протираем только сильно грязные яйца. И потом слабый-слабый раствор марганцовки в теплую водичку на минутку. После этого раскладываем и обсушиваем. И уже тряпкой, ничего не трем. Храним яйца мы в прохладном темном месте, иногда перекладывая их. Но не более 2 недель, а вообще неделю желательно. Яйца должны полностью обсохнуть, а после этого в инкубатор. Этот инкубатор у нас с автоматическим переворотом. Он совсем небольшой для начала, а в апреле уже будет большой инкубатор на 700 яиц. Накрываем только водичку, не забывайте подливать. Утиные и гусиные яйца любят влагу. Ну и температурный режим никто не отменял. 37,5, 38,2. В общем, ждем утят и гусят.